Канал «Точка зрения», наблюдая за овечкой, представляет. Космическая прачечная. Простите, сэр. Сэр? Извините. Ну, давай. У вас есть минутка, сэр? Можно я доделаю то, что задумал, да? Спасибо, да. Я долго шел за вами, Фрэнк. Меня зовут Виктор. Здравствуй. А ты? Ты Фрэнк. Ты гораздо больше, чем просто овца. Да ведь? Да? Тебе откуда знать? Посмотри на себя. Ты же путешественник, Фрэнк. Как я. Ты как одинокий волк. Скажи мне, ты выбрал одиночество? Нет, никто не выберет. И даже никто не выберет быть волком. Или выберет? Ну, мистер Гектор... Виктор. Не знаю, к чему вы клоните, но я же просто овца. Если разобраться, и... Я полагаю, что вы тоже... Нет, Фрэнк, стой, подожди. Нет, это не выход. Просто дай мне одну минуту твоего драгоценного времени. Драгоценного времени? Да, просто дай мне одну минуту. У тебя же есть одна минута, да ведь? Ладно, половину. Полминуты. Что ж... Я верил в тебя. Я верил. А ты не заслужил этого путешествия, которое задумал. Всю жизнь ты не хотел этого. Все, что ты упустил... Вот, это лучшая штука, что у нас есть в нашем заведении. Реально крутой поворот, превосходный внешний вид и все в одном... удобном устройстве. Чистота до скрипа.
Что же, думаю, это будет здорово. Я потратил годы, чтобы завязать веревку на своей грязной шее. Никаких грязных шей. Никаких овечьих дел. О, пора лететь. Подожди. А как эта штука работает? То есть, как заставить ее работать? Нет, ничего не надо. Я ее уже включил. А куда я отправлюсь? Мы тебя поймаем. Не переживай. Просто стой здесь. Это именно... Пожалуйста, не двигайся. Просто стой. Вот так? Эй! Эй! Подожди! Мистер, Каспер! Или Гектор, неважно, я... Что?
Продолжение следует. Мультфильм переведен и озвучен каналом «Точка зрения». Роли озвучивали Анатолий Федоров и Дмитрий Фишер. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.